Подпочвенные воды – актуальная проблема в селе Натырбово, потому как каждую весну они приносят немало хлопот как местной администрации, которая постоянно приходится организовывать раскопку дорог на наиболее подверженных подтоплению участках, так и проживающим там жителям. Кроме того, такие раскопки доставляли немало неудобств при движении транспорта по дорогам населенного пункта. И вот в первых числах августа данная проблема была частично разрешена. Помощь в ее разрешении оказал местный руководитель КФХ, закупивший наличные средства необходимые трубы в количестве 11 штук. Ну а администрация Натырбовского сельского поселения позаботилась об организации очень важных работ, в том числе для их выполнения ее было нанято.